Россия в районном совете депутатов. На всякий случай напоминаю. Я общался с Романом Николаевичем. Роман Николаевич, я не научал вас. Скажите, пожалуйста, вы знаете, как Единую Россию в народе называют? Сейчас же сказали, не полиция, а можно вопрос. Кого-то, кто организовал этот форум, судя по вниманию и желанию высказаться, наверное, это сделать нужно было. Может быть, дальше это можно будет продолжать в другом формате, в других залах. Но зачем говорить о том, что плохо, что этот разговор начал? Наверное, это хорошо, что этот разговор начал. И не важно, он лицеприятный или не лицеприятный, но он есть. И благодарить надо в первую очередь правительство Московской области за то, что они организовали этот форум, выступили в качестве организатора. Губернатор, который выделил деньги, и он вправе создать ту комиссию, которую он считает нужным для контроля за теми деньгами, которые он выделяет. Как мы можем говорить о том, что правильно или неправильно, это деньги губернатора? О чем мы с вами здесь ведем разговор? Давление на район, на городское слияние. Это первое. На район, на городское слияние. Ну а так, происходит давление, не надо, происходит. И насчет это, помойки. Вот Смирнов уже ездит с агитацией. То, что у нас на территории уже организовано, есть документы, доказательства, что у нас уже как бы будет скоро ТБО. Такого же не было, такого не было, вы врете. Ну, Роман Николаевич, вчера введите в Сахузино. Зачем вам подпись? Есть люди, которые были вчера на собрании. У нас сейчас не политическая встреча. Нет, ну вы не ходите, все вы, потому что посмотрите в Кедрово, что творится. Давайте мы не будем сначала брать, а после будет ТБО, понимаете, что будет с районом. Я напоминаю еще один раз. У нас с вами сегодня одна тема. Я знаю выборы. Пройдут выборы на Совершенно коротко, Юрий Вячеславович, понимаете, в сегодняшнем мероприятии городское поселение считается как бы, я не вижу его роль. Понимаете, вы так его представили, что у нас как бы сбоку находится. В том числе, я бы хотел, чтобы все-таки я тут раз сказал себе, а теперь официально, чтобы Валерий Викторович Майоров вошел в состав этой комиссии. Понимаешь, мы все общественные организации, но без головы, когда на его территории происходит все это. Я не знаю, точку ли по делу говорили или нет. Вот то, что мы посмотрели, и то, что до нас пытаются донести, что нужно благодарить правительство Московской области, что нам выделили деньги. Я вот задаю всегда вопрос, а сколько у нас человек проживает в Российской Федерации? Смотрите, в Московской области. Это неправильно, вы не знаете. Ни одного человека не проживает в Российской Федерации. И в Московской области ни одного не проживает. Они проживают вот здесь. В поселках, в городках, в селах, на улицах конкретно. А распределение доходов, то, что по налогам поступает, у нас идет такое, что чуть большая часть в федеральном бюджете, чуть меньше в субъекте федерации, и крохи совсем в муниципальных образованиях. А потом начинаются основные проблемы, они именно здесь, на земле, которые касаются людей. А потом начинается, значит, у муниципалитета не хватает средств на то, чтобы все это делать, и тут уже включаются контрольные органы, которые начинают штрафовать за то, что не сделано, а не сделано, потому что нет средств просто-напросто.
надо, чтобы ковать десятки, сотни тысяч рублей. Перераспределяют все это. И это еще больше ухудшает финансовое положение. Вот, к сожалению, Сергей Викторович убежал сейчас. Это вот как раз его вопрос. Это областная дума должна ставить вопрос и выходить на Государственную Думу с своими обращениями, с законодательной инициативой. Это нужно менять, это неправильный порядок. Не нужно никого благодарить. Это наши деньги. У нас социальное государство по Конституции. С нас берут налоги, которые сейчас вот увеличивают постоянно. А потом, кто хочет, как хочет, перераспределяет. Кто начинает контролировать. Сергей Викторович вот сказал, что нужно закончить ремонт больницы. А зачем? Ну, закончили ремонт в родильном отделении, закрыли его. А зачем ремонт закончить больницу, чтобы закрыть ее, что ли, окончательно? Есть форма и содержание. Нас больше интересует содержание, что внутри больницы. Мы получаем помощь там или не получаем? Мы ее не получаем. Вот на днях тоже обращался, предлагают, да, у нас сейчас в отпуске. Ну, вы можете съесть толковаться, там не плакать. Не надо. Мне кажется, все вот это вот собрание посвящено тому, чтобы пропиарить Романа Николаевича. Потому что для него уже собирают какие-то конкурсы районные. Он проводит какие-то собрания непонятные. От сельского поселения Микулинска. И я понимаю, что та атмосфера, которая творится, атмосфера накоплена годами. Я думаю, всем понятно по многим причинам, почему. 3 года я работал в городском Шаховской, директором школы Муриковской, у Замира Казавича. Если собираются форумы, они всегда позитивные в Шаховской, потому что ситуация и сама атмосфера, она позитивна. Люди работают на благо района, на благо каждого человека отдельно взятого. Мы же сейчас говорим о том, что у нас накоплено вчера и то, что копилось на протяжении 5 лет. Вот во что у нас вылилось сегодня форум. А за форум, на самом деле, огромное спасибо организаторам и Андрею Викторовичу Воробьеву, и Александру Константиновичу, и Сергею Викторовичу. Форум нужен, форум необходим. И несмотря на то, что ситуация, которую мы имеем, о которой мы сейчас высказываемся в каждой своем, в каждом контексте, в своей атмосфере, она адекватна. Может быть. Но за ту помощь, которую оказывает нам область, и область поддерживает, нужно принять, друзья мои, а не конфликтовать, как-то куда-то уводить в какую-то непонятную плоскость, выход для себя. Если мы будем жить как соседний район, у нас не будет вот того, что сейчас здесь происходит. Балаган и Пожелание, конечно. Можно сказать? Мы здесь многие пришли, избиратели, почти все, послушать прежде всего хозяина района, которого мы избрали. Как вы поняли, на все 14. Вы как-то немножко неправильно, наверное, вас мы во многих вопросах не разбираемся и слепо преклоняемся перед авторитетом главы администрации. Пусть она откроет форум. Сидит, допустим, даже в президиуме. И мы знаем, что легитимное мероприятие. Это нормально. О том, почему не пригласили? Это пожелание всегда главу района хозяина приглашать на такие форумы высокие в присутствии членов правительства в Московской области. Это будет этично. Юрий Вячеславович, тоже пожелание. Можно буквально 2 минуты? Вы переходите за границу. Можно пожелание одно буквально? Почему сегодня такие вопросы подняли? Потому что сегодня политсовет района хотел провести, сделать так, что значит вот эта программа есть, и участие нашего, на это самое политсовета Единой России. Но обозвали это почему-то форумом с такими большими глобальными вопросами. А теперь, минутку, когда начинается вопрос, вы говорите, извините, это совсем другая повестка дня. Вот она в чем дело, повестка дня. Если хотели собраться тихонько, надо бы взять
подписочек своих собраться, там как, извините, на майорку, сказать, вот мы будем участвовать в этой программе, и все. Реализовывать их совместно с населением на территории наших поселений, на территории целого района. Вот, и считаю, что сегодняшний форум был в этом смысле очень и очень важен. Вот программа «Городская среда», которая сегодня тоже здесь презентуется, она для нас вообще имеет беспрецедентные масштабы. Как раз в связи с тем, что у нас не очень большой поселок, но зато добрый, хороший, с добрыми людьми, жителями. Количество жителей у нас не очень большое, а сумма, которая выделяется, она для нас достаточно существенна, поэтому мы весьма благодарны. Надеемся на то, что нам удастся городскому поселению, в данном случае, удастся реализовать эти средства эффективно. Ну а комиссия, которая сегодня была создана под руководством зампредседателя правительства Костомарова Александра Константиновича, куда вошел и я, Сергей Викторович Ледаков, наш депутат, который знает прекрасно всю проблематику района, сумеет и сможет. Плюс еще, извините, забыл сказать, очень важно, контрольно-ревизионное управление, Светлана Юрьевна, архитектор района, многие другие уважаемые люди от общественности, вот, смогут это внимательно отконтролировать с тем, чтобы каждая копейка была потрачена по назначению. Спасибо большое. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество и дальше, что мы продолжим этот диалог сегодня начать. Спасибо. По поводу. Что тут происходило вообще сегодня? О чем тут говорили, собирали людей? Ну, главное о том, чтобы район наш был на уровне областных лучших районов так, в области. Так. И главное, чтобы порядок был и единство, единение вот этих вот всех наших Единой России, партий других, значит, городского поселения, сельских поселений наших, потому что идет какой-то раздрай. То есть вы чувствуете, что какое-то разобщение происходит, да? Конечно, разобщение друг на друга, городское поселение на это. На одном совещании, буквально до этого совещания было, значит, без районного совета депутатов, без председателя, на него, значит, что он там не площадку не подписывает на выделение мусора. Угу. Вот. Значит, здесь уже по-другому все получается. И не понять, вот это вот какая-то, то ли это борьба за то, чтобы кому-то двинуться в главы администрации района, как-то всех их это прельщает, прямо в какие-то кланы вот эти. И вот эта местечковость, она глубоко вообще претит вот этой вот всей. Нужно единое какое-то мнение, единое выработать. Ни у кого нет программы никакой. Ну, сейчас, может, еще рано. А вот как такая... вы думаете, вообще есть какой-то, ну, здесь какая-то сила, какой-то человек, который мог бы объединить все район так, в таком плане? То есть какую-то, ну, какую-то, объявить какую-то общую повестку для всех, скажем так? Ну, вот я считаю, что человек должен вот, ну, как-то немножко вот со стороны посмотреть на это. Вот наши, ну, вот, кто наш двигается, глава городского поселения, они уже настолько привыкли, они не людям как-то вот не доверяют, к людям относятся немножко пренебрежительно. Я вот все. Ну, нужно какая-то вот любовь к району и
умение ценить каждого. Не просто вот я глава, а ты там подмастерье какое-то. А вот на уровне всего района решать. Потому что у нас никогда не бывает обсуждения каких-то. Вот они когда-то собрались и там решили. Например, я на многих не бываю, хотя я председатель Совета ветеранов поселка Кировский. Никто меня там в городском поселении никогда не приглашает ни на какие эти. Ну, то есть вот такие вот мероприятия, это редкость достаточно, да? Ну, конечно, вот так, как сейчас мы собрались, это... То есть такое живое обсуждение, да, да, в присутствии таких высоких представителей, да? И то, понимаете, во что выливается? Вот в какие-то уколы друг к другу. Нельзя этого делать. Такая перепалка своего рода. У нас единый район. Мы все хотим жить, ветераны, хорошо, да? Угу. У нас была программа, помню, раньше, как живешь ветеран? Хоть немножечко как-то. Другие программы были. Прекрасные были у нас поэтические эти районные праздники. Мы три сборника выпустили. Культура как-то была. Сейчас вот какая-то есть местечковость, какая-то вот мелкота, вот это вот вся преобладает. Этот я так, ты не нужен. Ну нельзя так. Нужно собраться вот всем, вот особенно административным органам, руководителям, и выработать единую, нормальную, людскую, вот для всех политику. Угу. Что будет в плане, значит, благоустройства, угу, что будет в плане там культурных достижений. Да, да, да. Мы же у нас Микулина 700 лет, никто не об этом не говорит. Микулина 700 лет. В каком году? В этом году. В этом году, вот, да? Да, в этом году. Ну, Светлана дата, Владимировна, такая... Царство Небесное, нету ее, ну, вот да, поэтому. Да. А так, это же ведь туристический маршрут, по крайней мере, вот Микулина. Поэтому и это нужно все. Никто даже об этом не сказал. Вот какая-то вот идет, лишь бы мне двинуться, я король и там или королева, а остальные, ну нельзя так. Ну, то есть вы, в принципе, не видите здесь сейчас такого человека, который мог бы, ну, объединить всю латышинскую общественность, да? Я, например, как-то вот как? Затрудняетесь, да? Очень сомневаюсь, да, затрудняетесь сказать. Да, да? Еще не знаю некоторых, которые двигаются. Угу. Пока мне еще... очень хорошее мнение вот о Смирнове Романе Николаевиче. Ага. Он каждому подойдет, он спокойно объяснит. Конечно, у него тоже есть, ну, как сказать, напористости, может быть, поменьше, чем у других. Но как человек, вот он просто нормально относится, ага, к людям. Это большое вот дело. То есть, в принципе, как человек такой объединитель, он мог бы, да, выступить? В принципе, я считаю, что да, при определенных, каких-то, да, определенных условиях, при поддержке, да, при хорошем, ну, как сказать, коллективе, помощниках, я, угу, считаю, что... Угу. Да. Не могли представиться, кто вы, председатель совета? Да, я Гущина Валентина Андреевна, угу, председатель совета ветеранов поселка Кировский. Угу, спасибо. Вот. Всего доброго. Да, всего доброго. Спасибо вам огромное. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, портал Ломоград. Хотел бы я ваше мнение узнать по поводу сегодняшнего мероприятия вообще. Как часто такие проходят такие вы форумы? Вы все равно не выставите это. Вы сейчас же просто манипулируете тем, что вы не будете в Ломоград это выставлять. Почему вы так думаете? Вы выставляете то, что вам выгодно. Это не совсем честно и корректно перед людьми. Я вас уверяю, что вот этот материал точно выйдет полностью без всяких купюр. А то, что люди сейчас, ага, они не знают ни о чем. Здравствуйте. Слава Богу, что у меня есть такая прямая связь с населением. И что население идут на встречу. И что они пришли на этот форум. Это же важно очень. Для того, чтобы прийти и послушать. Зачем же мы кулуарно сейчас берем и собираемся? Почему мы не поднимаем такие темы о том, что есть у нас проблемы в здравоохранении, о том, что есть у нас проблемы в других сферах еще? Но это же нечестно, некорректно. А только весь этот форум был построен на том, что нужно создать контролирующий орган. При всем уважении к Костомарову контролирующий орган должен не он возглавлять. И зачем его в этом подставляют, я не совсем понимаю. Возможно, Смирнов делает не ту работу и ведет себя некорректно. У него есть свои задачи, как председателя совета. Так пускай он их исполняет планомерно, добросовестно, а не так, как он на протяжении всех этих 5 лет вел себя. Это неправильно и перед латышинцами нашими нечестно. Угу. Спасибо. Спасибо огромное.